Так, уточки мускусные вот у меня сидят. Как осталось тогда с осени. Все лезни себе оставил и двух уточек на сетке. В таком отделении цыплят. Вот такие вот у меня двухэтажные. Высаживаю на подращивание, потом на пол. Вот эти у меня всю зиму просидели с осени. Уток топчет прям на этой, на сетке уток. Вон, первое яичко снесли сегодня. Прям на сетке. У меня с яйцесборником вот так вот. Здесь раньше B33, P11 сидели эти мини-легорн, мини-ротейланд. Неслись. Здесь по 20 штук в таком отделении. Нормально топчет и несутся на сетке. Яйцо скатывается. Сейчас вот на водичке должен попить. Все время попьет водички, наливаю вечером. И начинает уток гонять, топтать. Сейчас посмотрим. Он стоит, воду пьет. Кокоть здоровый такой. Сейчас посмотрим, будет топтать, нет. Вот тут входит. Куром пришел в гости. Он такой вырос. Здоровый. Он начинает. Вот он каждый вечер, как попьет водички, я наливаю вечером две баночки и начинает топтать ее. Сначала одну гоняет, потом вторую, прям на сетке он топчет. Сейчас камера боится, свет. Вот, сейчас оттопчет. Вот. Сейчас он ее оттопчет и будет. Вот она, наверное, несется. Занеслась. Сейчас он лезет. Сейчас. Камера. Все, он хвост поднимает. Водичку пьет и топчет. Давай, делай свое дело. Боится камеры. Какой. Прям моментально, а сейчас прямо боится камера. Давай, он как ухаживать. Сейчас быстренько. Хоп, здесь на 6 мешает. Сейчас он развернется. Вторая уже подходит. Здоровый, килограмм 5, наверное. Уточки где-то 3,5. Хвост не вмещается. Мешает это. О, все. Сделал свое дело. Молодец. Развалился. Да? Молодец. И сразу там. Сейчас. О. Молодец. Сейчас будем яички собирать, закладывать. Выложил он из инкубатора яйца на вывод. Он первый вылез уже.
индюшоночек. Сейчас его высажу. Здесь полью водичкой, чтобы большая влажность была. И банку с водой там ставлю, тазик. Посмотрим, сколько завтра выведется. Два лотка, 10 яиц, наверное, 60. Вот так вот.